Статус женщины в обществе и семейные ценности обсуждали сегодня в правительстве региона. В Архангельске второй день проходит форум женщин. Он продолжает темы, поднятые на состоявшемся на минувшей неделе форуме отцов. Архангельское региональное отделение является на сегодняшний день одним из наиболее динамично развивающимся, активным. И, конечно, это благодаря активности наших районных и городских советов женщин. Поэтому, дорогие друзья, я хочу, во-первых, коллеги, поблагодарить вас за вашу работу и это признание ваших заслуг. Забота о старшем поколении, воспитание молодежи в вопросах планирования семьи и укрепления института брака сегодня являются главными задачами советов женщин в районах. Участники считают, что сегодня нужно искать новые площадки для обсуждения важных тем в сфере семьи и продолжения рода. Отмечу, в нашем регионе женщины чаще, чем в среднем по России, прерывают беременность. Несмотря на то, что мы продолжаем удерживать рост рождаемости. Мы в этом году остаемся на цифрах 2013 года, а последние 5 лет мы достаточно хорошо в этом вопросе прибавляли. Но если мы вспомним о том, что за последние 3 года количество женщин фертильного возраста снизилось на 19 тысяч, а к 2018 году их снижение произойдет еще на 31 тысячу, то мы все понимаем, что надо выстраивать грамотную политику, потому чтобы акцентировать внимание будущих мам, будущих пап, сегодняшних мам и пап на важности этого вопроса.